Яценюк. Я слышал, что Яценюк собирается посетить Ватикан. Я считаю, что лучше бы ему было поехать на юг страны. Во время его предыдущей поездки туда на прошлой неделе он встретился только с теми людьми, которых сам туда назначил. Он не встретился с самими протестующими, но именно с ними там следует вести работу нынешним киевским властям, если они действительно претендуют на то, чтобы представлять всю страну.